вот хочу снять вам нашу дорожку, которая идет от набережной до пляжа. Видите, все уже зеленое. Вот наш мост через Днестр. Так, вот как. 2 метра она шириной. И такая длинная до самой гребли. Где у нас гребля? Тренируются ребята. Вот так вот. Да, хотели сделать в этом году ремонт набережной, но заморозили пока. Ситуация немножко не очень. Вот наш мостик. У нас теперь там 2 моста. Один железнодорожный, а другой автомобильный. Так что какая махина. Махина. Туда наверх у нас идет наша крепость Бендерская. Здесь у нас везде тропинки есть. Туда наверх и лестница есть. Это я вам снимаю. По низу иду. Так вот. Там виднеется уже грибная база.